Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья, у аппарата Зоди на аппарате The Ritual on Velen Island Инди Хоррор. Давайте попробуем еще раз. Let me guess. It's locked. В этот раз посмотрите. Получилось нормально. Что? Что ты несешь? Какой-то бред она несет. Но перевод, кстати, в игре официальный, но он официальный промптовский. То есть... В общем, игра была в прошлый раз сломалась, поэтому у нас ничего не получилось тогда. Блин, нет, я не пойду. Теперь я знаю, что там будет, я не пойду туда. Ну нафиг. Пожалуйста, быстрее открывай. Пожалуйста. Пожалуйста, сестренка. Ты уже не моя сестра. Прости меня. О, черт. Реальность. Ее поймали. Ячить твою налево. Куда мы прибыли? Блин, да мы в ловушке. Мы нас тупо загнали в ловушку. Офигеть. О, блин. И что же мы теперь можем сделать? Да мы все, мы в заднице. Мы тупо в заднице. Наверх. Как мы наверх поднимемся? Разве что вот так. Дайте мне возможность двигаться. О, есть. Get moving. О, черт. Бежим, бежим. Run for your life. Беги, Форест, беги. Ну я же нажал. За скриптом у нас слишком многое. Это даже непонятно, я управляю или нет. Быстрее, это быстрее. Дура, это быстрее. Я, ну что ты как... Как будто дома на чердак лезешь, уставшая, сонная, среди ночи, ну... Глава 6. Ритуал на острове Вейлин. Ну, судя по событиям, друзья, вангую, что, скорее всего, это последняя будет глава. Что-то мне так кажется. Ну и по названию, как бы. Просто обычно такой прикол есть, если глава называется точно так же, как называется, собственно, игра, то это глава последняя. Как бы уже заметил я такой факт давно. Ух, а что же мы теперь... Бежим, бежим, дайте мне управление. Бежим, блин. Офигеть, сколько их. Куда мы? Куда ты меня привела, дура, блин? Ну ты что, ловушку? Карты Таро? Это случайно не карта Таро, нет? Похоже. По значению как бы. Блин, ты... Офигеть, и что же теперь? Руина! Ты что, ты... Ты же моя сестра. Barely begun. The hunter will come. You came here of your own free will to find your sister. For family duty. Now it's time to fulfill that duty. Rowena, please. I don't understand. Last year, grandfather called me to this island. He shared our family's destiny with me and what that responsibility meant. We do have the old god's blood in our veins, Moira. We are nobility. We can transform into the majestic. Grandfather introduced me to our brother. We don't have a brother. He was taken from us at birth to train for this night.
to surrender us to the old god. This world needs balance again. And we will burn it down to bring that balance back! The hunter will come! This is insane! Every ritual needs sacrifice. And a martyr. Oh, God, no! Come, sister. Let us baptize the new world with blood. No? You're too weak to be one of us. Finish this! Die, you son of a bitch! Die! Давай ещё. Сдохни, подонок. Братец. Please, just let me go. Ритуал самоубийства. Fire. Water. Spirit. You've completed the rite of the hunt, Myra. What are you talking about? Our religion is quite specific. It asks for one unknowing hand to come of her own free will. I wasn't going to come at all. It was a last minute decision. Fly above the world. Walk the underworld. Bloody their virgin hands in murder. I didn't know. The great hunt is now. The great hunt is now. May your sacrament be remembered forever. The great hunt is forever. The great hunt is forever. Your becoming is upon us. The hunter will come, the people will flee, the world is our prey. Is a creeper on Cliha Egadera. The essence of the game is at its end. The hunter will come, the people will flee. Друзья, это было нечто. Концовка игры меня реально порадовала. Вот это было реально круто. То, чего я не ожидал. Точнее, у меня было подозрение, конечно, что-то не так. И в принципе так и случилось. Мы сами этого не подозревая, совершили ритуал. На это и было рассчитано. Именно мы должны были его совершить. Мы прошли через все, через что должны были пройти. Мы увидели то, что должны были увидеть. Все это было подстроено. Это круто. Мне понравилось, друзья. Пускай игра деревянная, не очень качественная, но концовка очень хороша. Это круто, по-моему, друзья. Надеюсь, вам тоже нравится. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья, и встретимся в следующих замечательных прохождениях. Пока-пока.
Thank you.